48 алданских семей в ближайшее время отметят новоселье. Предпоследний дом, возведенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, принял своих жильцов. Напомним, глава региона поставил задачу завершить реализацию программы до 1 декабря этого года. В гостях у новоселов побывали наши коллеги. В ближайшие дни у Виктора Лунина обещают стать насыщенными. Он переезжает в новую квартиру и займется обустройством жилища. Однушку мужчина получил в порядке очереди по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Конечно, я очень рад. Чисто такая светлая квартира, солнечная сторона. Вообще, я считаю, круто повезло. Дождался, наконец, под старость лет. Пятница 13-е, вопреки бытующему мнению, стала счастливым днем для 48 алданских семей. В этот день они получили ключи от новых квартир. В двух, трех и однокомнатных квартирах предусмотрено все для удобства и комфорта. В каждой квартире имеются вместительные кладовки, просторные кухни, как столовые. В прихожих поместятся не только вешалки, но и обувницы с диванчиками. Второй этаж, меня это сразу радует все. И такое вот расположение хорошее. Здесь кладовка. Такая, что получается, как еще одна дополнительная комната. 60-квартирная пятиэтажка по улице Октябрьской была возведена в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Это предпоследний дом в Алдане, построенный по данной программе. Сдача последнего дома планируется в ближайшее время, после чего программа будет завершена. Ну, эмоции, конечно, переполняют. Для Алдана, я вообще для Алданского района, вопрос переселения из ветхого жилья всегда стоял остро. И вот реализация этой программы, федеральная программа, республиканская программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, конечно, стимулировала и самих жителей, и строительство в Алданском районе. В ближайшие дни новостройка будет заселена. Свободными пока остаются 12 квартир. Они также будут предназначены для переселения нуждающихся. Работает глава района с правительством республики. Надеюсь, что мы решим этот вопрос, и квартиры пройдут к нам в счет будущей программы. Глава города Александр Бугай, пожелав новоселам мира и счастья, отметил, что для него сдача дома явилась лучшим подарком. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в день рождения главы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.